Я видела твое объявление. Что случилось? Афинские стражники борются с пиратами и рыщут по трюмам в поисках контрабанды. Так они говорят. Но это неправда. Да. Они избивают портовых работяг и забирают груз. Мне не купить ящик оливкового масла взамен изъятого. И я должна отнять эту Афину. Ты понимаешь. Я помогу. О, Посейдон, спасибо. Оставь это мне. Что тебе надо? Лишь бы не заметили. Не бойся! Смерть будет быстро!
Твоя записка была на доске. Чем помочь? Мисте, моего брата похитили пираты. Требуют огромного выкупа. Заплати им, и его освободят. Боюсь, я слишком беден, чтобы выкупить брата. Хочешь потопить все корабли? Не должно остаться ни одного корабля. Хорошо, я возьмусь. Это хорошо для нас обоих. Это все. Награды. У тебя получилось? Этот... Не знаю, как тебя отблагодарить. Вот, возьми. Сойдет.
управляю кораблем всю жизнь. Не волнуйся. Конечно. Мамиста! А я капитан. Это лишнее. Что ж, еще кто, кого на меня сошли? Справедливо. Отдать пару!
нападут прямо на нас!
Когда дерешься? Thank you.
Уже вернулась? Все уничтожила? Привести все в порядок будет непросто. Безупречно, наемница. Вот, держи. Рада помочь. Благословит тебя Гермес. Хозяй Карла, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Досталось? Пустяки по сравнению с тем, что сделали с Фидием. Слышала? Что ты знаешь о Фидии? Это лишь слухи. В его мастерскую пришел мужчина в золотом. Пытал, сломал ему руки. Тело так изумечили, и не похоронить, как подобает. Все из-за символов. Символов? Я исследовал гробницы Агамемнона, Этиокла и Ориона. Я странствую, как и ты. Там я нашел символы, перенес на пергамент и подарил его Фидию. Где были символы? Один в Арголиде, в гробнице Агамемнона. Второй я нашел в Аттике, в гробнице Этиокла. А последний в Биотии, в гробнице Ориона. Тебе нужно где-то спрятаться, Ферос. Можешь уплыть с нами на Адрестии. Я вечно буду у тебя в долгу. Вот карта. Не слишком точная, но что поделать.
Хайре, хозяйка орла, и спасибо. Thank you.
Солнце всходит. Ready?
Здесь бдительные стражники. Алитея ждет в гробнице. Поехали. Не стоит здесь оставаться. Ближе я тебя не подпущу. Или... Ну,
Попробуй найти укрытие. Поехали! Убирайся! Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Thank you.
Алит. Алитея, ты в гробнице Агамемнона. Именно здесь наследница памяти найдет нужный символ. И что теперь? Теперь относительно. Сможет ли наследница открыть глаза и увидеть символ?